Довольны результатом? Нет. Что не получилось в первом тайме? Забить гол. Как вам игра соперника? Ну, соперник окопался. Скажем так, опасно контратаковал, то есть они могли 2 и 3 в первом тайме повести уже перекладина, и на дальней штанге не замкнул мальчик. А мы кружили вокруг ворот, но по сути их вратарь даже в игру не вступал. Мы все бьем мимо, поэтому вот как-то так. Погодные условия сказались на результате? Нет, погода и для них так же, и для нас. То есть мяч как бы одинаковый, поле одинаковое для всех команд. Тут ни льда не было, опять же, я повторяюсь, ни снега, ни урагана. Все хорошо было по погоде. Спасибо большое. Спасибо.